Теперь следующая фотография. Почему я разместил? Мы сегодня опять будем про формировку деревьев. Давайте поймем про меня правильно. Вот очередной фильм, где я показываю и убедительно, надеюсь, для тех, кто это видит, эти 500 человек, что действительно деревья калечим, мы только, так сказать, губим сады. А у оппонента, допустим, 2 миллиона просмотров. 2,5 миллиона просмотров, 1 200 000 просмотров, 600 000, 500 000, 300 000, снова 600 000. Вы понимаете, невозможно противостоять. Я буду продолжать это дело. Вот. Но что я могу сделать, когда получается отношение 1 к 1? Никак мне не преодолеть. 1000 человек будет дальше убивать, а один только убивать не станет. Вот я вам поплакался, идем дальше. Вот. Смотрите, друзья, о чем эта фотография? А вот о чем. Просто человек садит. И все. Он даже урожай получил. Это иногда бывает такое. Корни на них хорошие были. Итак, формировка все-таки вещь нужная. Как я говорю, лучше первый год. Хуже, если за 2 года. Вот. Но бывают такие приросты дает. Знаете, когда перед глазами стоит, а не было даже простого фотоаппарата. Первые годы моей жизни в Саяногорске. Простые абрикосы, вплоть до Амура, уже тогда были у многих. У многих был абрикос Бай, который я потом переименовал Бай-Левицкий. Волшебник размножил их и продавал. Вот. И я видел такую картину. Тогда еще, знаете, только в 1985 году появилась массовая литература, где уже учили, что деревья неправильные, но на планете нет ни одного правильного дерева. Мы потом продолжим эту тему. И что? А просто посадил и ничего не делал. А ему в голову не приходит, что будет. На 3-4 год привитый абрикос. Да, уже осваивается. Первый год плохо растет, второй лучше. А вы видели мои фотографии, у меня их сотни. Вот эти выстрелы 1,5-2 метра. Это на 3-й год обычно. Так. Елена Александровна Савинич, вспоминаем, фотографировали, да? Считаете, в человеческий рост, правда? Просто. Но это 3-й год. И у людей это было. Климат в мае был прекрасный. Я особенно майного любил. Вот. И вот едешь и смотришь. Росли, росли, а когда покрылись абрикосами, вот такая картина. Невысоко, всего 1,5 метра, они не изувечены. А не изувечены, когда нет вот этих ран на этом, на штамбе. Ран на штамбе – это хрупкость невероятная, они становятся как хрустальная рюмка. Только дунь на нее, и все, и она ломается. А здесь получилось, никто не калечил. Вот посадил все, вот это был расцвет садоводства. Вот. Майна переняла первенство у черемушек, отняла даже. Хотя там климат пожестче, чем черемушек. Вот. И вот эта картина, да. Вот так растут. И буквально где-то в 1,5-2 метрах начинается шатер. Вот такой вот. Меня видно, нет? И вот так вот до земли, еще на земле лежат целыми ведрами. То есть уже в землю упираются. Вот этим упирается. Вот. Вот такая картинка была. Чем-то похоже даже на эту картинку. Только, и вы поняли, я к чему это говорю. Ну хорошо, чтобы уж эти шатры потом научили калечить деревья, и эти деревья были уничтожены. Я много показывал их, целые деревья показывал хозяев. Одни мазали этим самым клеем, чтобы сгнили, вот, спасались от муравьев. Другие резали, резали и дорезали. Все пропало. А потом одночасье пропали еще яблони, потому что пришла беда, и буквально в течение 1-2 лет деревья 5-10-20-летние, 30 у кого были старые деревья, все было уничтожено сразу. Вот стоят 1000 мертвых деревьев. Вот эту картину вы, ну, я один кричал «караул», и меня никто не слышал. Вот. Еще второй кричал «караул», это Инин, агроном в Абакане. Его тоже, хоть он, у него были возможности больше, он выступал по телевидению и по радио,
причем выступал подряд 3-4 раза, его тоже не слышали. Вот. И осталось такое, значит, если уж делать обрезку, то по определенным правилам, как можно раньше, лучше бы первый год на сети закончить. Вот. Лучше было бы человеку вот это, где-то вот здесь 1/3 оставить от этого саженца, да, оставить, и выпрямить, и пусть бы он себе потом обрастал боковетками. Но это и все.